Итак, друзья, мы надеемся, что вы уже немножко пробежались, успели размяться, ведь сейчас пойдет речь о спорте в нашей утренней программе. Не так давно, в начале месяца, в Молдове прошел грандиозный турнир под названием KOK World Grand Prix 2015, где за победу сражались лучшие бойцы в единоборствах. Наши спортсмены очередной раз доказали, что в мире они среди лучших, одни из самых лучших. И у нас сегодня в гостях Максим Болотов, это чемпион мира и Европы по кикбоксингу, боец KOK и победитель турнира, который состоялся 4 апреля. Доброе утро, Макс. Доброе утро. В первую очередь, поздравления. Спасибо. Поздравляем тебя. Ну, давай начнем сначала, да? Начнем сначала. Какое значение вообще для тебя в твоей карьере, может быть, спортивное имел этот турнир? Ну, начнем с того, что этот турнир для меня был очень важен. Почему? Потому что я сражался против румынской звезды К1 Себастьяна Чебану. Вот, и хочу отдельное спасибо сказать президенту ассоциации ФЕЯ Дарину Демиру за то, что организовал мне этот бой. Угу. Вот, и... Ну а сама организация этого боя, получается, ты выбираешь себе соперника или как соперники друг друга находят, так скажем? Промоутеры связываются сначала с бойцами, то есть предлагают сначала нам соперников, да, то есть кто с кем хочет биться и так далее. И обговариваются все условия, там, веса, там, не знаю, гонорара, там, то есть вот такие вот мелкие детали, да, то есть и уже когда обе стороны соглашаются, потому что не только сам боец решает, и менеджер, да, то есть промоутер, он решает эти все вопросы, то есть а бойцы только должны давать согласие, да или нет. Вот с Себастьяном Чебаном уже удавалось встречаться на ринге, или это была первая встреча? Это, можно сказать, что это первая встреча вот именно с таким бойцом высокого уровня, класса А. Потому что у меня, как бы, получается, начинающий класс А. Почему? Потому что он провел уже достаточно где-то около 50 боев, а у меня только 9. И сразу видно разница, что 59. В 4 раза, можно даже сказать, в 5 раз больше боев, чем у меня. И он провел с очень именитыми бойцами, с легендами К1. То есть он застал даже еще тот старый К1, который проводился в Японии. Вот. И для меня, конечно, была честь выйти против него и проверить, конечно, свой опыт. Меня удивил тот момент, что боец намного опытнее тебя в плане количества боев, но в то же самое время ты его победил. В чем же все-таки секрет успешного боя? Это может быть какой-то моральный дух, моральная закалка, может быть, непоколебимость, либо все-таки физическое превосходство? Ну, хочу сказать, что у меня было очень большое желание выйти против этого бойца и показать, что я не хуже и не слабее, да. Вот, и, ну, конечно, благодаря моему тренеру Андрею Гроссу за то, что он меня подготовил к этому турниру. Подготовка была особенная, да, наверное? Конечно, то есть на этот раз мы готовились очень... жестко. Сколько времени ты потратил? 3 месяца. 3 месяца. Ну а в чем отличие от обычных тренировок? То есть интенсивность? Хочу сказать, что если вот сравнивать обычные тренировки, да, то есть обычный спортсмен, там, допустим, ну, любитель, он тренируется один раз в день, да. А у меня получается 2 раза в день, утром и вечером. Можно сказать, что у меня мой спортзал это как второй дом. Потому что я практически... Ежедневные тренировки, получается? Да, получается каждый день по 2 тренировки в день. Вот. Ну, конечно, у нас есть воскресенье, и там где-то... Ну, в субботу у нас разовая тренировка, а будние дни мы тренируемся 2 раза в день. Вот поэтому можно сказать, что у меня свободного времени практически нет, и я вот только уделяю только залу. Ужас. А вот насколько здесь важен такой психологический момент? Просто очень интересно. Вот мы часто со спортсменами, кстати, говорим на эту тему. Вот не могло быть такого, что противник, наоборот, чувствуя изначально свое какое-то превосходство, не дорасчитал, что ли? Бывает такое, не то, что он не рассчитал, он даже не может сказать, недооценил. Недооценил, да. Я хочу сказать, что он даже, наверное, не ожидал такого поворота событий, что я ему задам такой темп и что я сразу пойду, то есть... Ты не защищался, ты нападал больше в степени, получается. Ну да, потому что, знаете как, лучшая защита – это нападение. Вот, и мне пришлось выложиться на все 100%, потому что у меня другого шанса не было. Вот, выложиться на все 100 и показать, что я могу. Когда ты выходил в ринг, за твоей спиной находилось огромное количество твоих фанатов, поклонников и, в принципе, людей, которые поддерживали тебя. Вот этот дух, он тебя все-таки поддерживал или это была дополнительная, может быть, ответственность, которая вот все-таки ты понимал, что ты хочешь дома и тебе нельзя проигрывать? Хочу сказать сразу, что на мне сразу висит очень большая ответственность, потому что, во-первых, за меня болеет вся страна, весь мой город, вот, и те люди, которые пришли за меня
болеть в манеже. Вот, и хочу сказать им большое спасибо, потому что поддержка была нереальная. Я, вот за все время, сколько я вот, выступал, у меня еще не было до сих пор столько поддержки, сколько было сейчас, потому что... Ощутил себя звездой настоящей, да? Да, в том, не то, что звездой, просто я почувствовал, что реально меня поддерживают. И мне еще дал больше стимула, чтобы отодраться как можно лучше, ну и, соответственно, выиграть и показать очень зрелищный, красивый бой. Но весь ли бой шел так, как ты задумал его? Либо все-таки были моменты, когда ты понимал, что победа может и ускользнуть при какой-то были ошибке? Были моменты, действительно, что у меня вот чувствовал, что вот где-то что-то, можно сказать, даже было что-то не пошло не так, либо перенервничал просто. Mm-hmm. Потому что я морально очень сильно настраивался, потому что это еще вот очень еще один момент, что боец перед боем, он должен себя контролировать морально. Потому что бывают бойцы, что могут гореть. Есть вот такое чувство, когда человек дает жар, и он во время боя, он даже теряется и не знает, что делать. И просто-напросто сгорает. Вот. И это тоже очень важный момент, когда боец должен подготовиться именно морально. Не настолько важно, как физически, да, то есть это... Я вот заметил очень часто, вот, ну, я больше, может быть, с боевыми искусствами так, ну, как бы слежу, но вот, допустим, гонщики Формулы-1 практически не общаются до гонок с прессой, да, они абсолютно ни с кем не общаются, они замкнуты. Бойцы К1, допустим, и ты в частности, вы общаетесь с друзьями, с прессой, с родными, или все-таки стараетесь... Важно сосредоточиться, да? Думать только обои. За день до турнира, то есть у нас проводится пресс-конференция, все, да, то есть встреча с прессой, да. Уже в день турнира там уже приходится себя, можно сказать, изолировать. Потому что у меня был такой момент, что меня изолировали, отправили в такое место, где тишина, угу. Где был только я и тренер. Потому что мне нужно было успокоиться, то есть он был у меня рядом, поддерживал, то есть мы где-то что-то мы обсуждали, план на бой, да, то есть... Это именно важный этап, да, это подготовки. Важный момент, да, чтобы боец успокоился, потому что там, знаете, как шум, гам, вот это вот все, и это мешает сосредоточиться на поединок. Максим, мы прервем буквально несколько минут нашу беседу. Сосредоточимся на эти несколько минут на прогнозе погоды, угу. А потом вернемся обратно в студию. Продолжаем наше утро. У нас сегодня в гостях чемпион мира и Европы по кикбоксингу, боец KOK, а также победитель турнира KOK World Grand Prix 2015 Максим Болотов. Еще раз доброе утро. Еще раз наши поздравления. И мы в частности, потому что следил, мне кажется, все твои друзья, все твои близкие товарищи следили за тобой. Вот раз мы... И потом все забирают себе частичку победы, да. И гордятся. И вот насчет друзей и товарищей. Мы с Максом давно знакомы и вне работы. Я знаю, что Макс очень добрый, такой позитивный человек. Но когда я увидел фотографии в ринге, я бы не хотел с ним встретиться вот в темном переулке, честно скажу. Вот как тебе удается совмещать в себе два таких вот абсолютно разных человека? Агрессивный боец и добрый, веселый товарищ. Не знаю, наверное, это так. Не знаю, даже не то, что от природы. Ну, просто... Кто на тебя влияет вот с доброй стороны? Ну, скорее всего, люди, которые меня окружают, то есть, ну, не знаю, мне просто нравится, когда, мне нравится, как бы, ну, быть таким позитивным человеком, то есть, вот, как-то так. Агрессии в жизни ты как бы не проявляешь абсолютно, да? И все-таки ты, может быть, относишься к тем людям, которые считают, что без силы даже в обычной жизни ничего не добиться, и без грубости, может быть, где-то. Ну, я считаю, вот, люди, которые тебя окружают, они тебя как-то мотивируют, то есть, как они располагают тебя к себе, я считаю, это очень важный момент, вот, и поэтому я считаю, что это очень большой плюс, когда... Вот друзья, знакомые, вот близкие люди, которые тебя окружают, они тебе передают свою позитивную энергию, ну и, соответственно, ты ее как бы воплощаешь в жизнь уже. В жизнь, да. А соперник, это уже совсем другое. Не так давно также я узнал, что у тебя была встреча с довольно великим человеком, да, в мире боевых искусств, Николай Валуев. Чему была посвящена встреча, и, может быть, он тебе дал какие-то советы, наставления? Ну, можно сказать так, что Николай Валуев, значит, он... Короче, что он значит для тебя? Ну, для меня, можно сказать, он как человек, который действительно провел очень много профессиональных боев в боксе, то есть он действительно себя зарекомендовал как легенда, потому что это, можно сказать, самый большой боксер в мире, и также он завоевал титул, ну, чемпиона мира по боксу, да? Вот, и, ну,
Сегодня, кстати, он занялся политикой. Вот ты не думал, может быть, свои боевые качества в политике проявить? Не, я как бы вот политика, это не мое дело. Потому что я знаю, что политика, политика, спорт должен быть спортом. То есть политика и спорт — это, то есть, несовместимые вещи. И как бы я стараюсь вообще, то есть, в политику не вмешиваться. Меня это не интересует на данный момент, потому что я спортсмен. Мне политика еще, ого, еще, я еще зеленый. Максим, вот Денис спросил, дал ли Валуев какие-то советы тебе. А вообще в спорте можно ли воспользоваться советами? Или все это пока на собственном опыте, на практике не поймешь, что ничьи советы не пригодятся? Ну, я вам хочу сказать, что вот на данный турнир вот... действительно, поддержка Николая Вилуева, то есть, как бы меня смотивировала на то, чтобы победить. То есть он мне дал несколько наставлений. Да, то есть... А, то есть все-таки это работает? Ну, конечно, когда вот такие вот, ну, можно сказать, величайшие люди в мире спорта, да, то есть тебя поддерживают, дают какие-то наставления, то есть тебя это еще, наверное, вдвойне или втройне тебя мотивирует на то, чтобы ты мог показать все самое лучшее. Вот. Второй момент, то, что вот на турнир приехал Сергей Харитонов, то есть это... тоже один из известнейших бойцов мира. Вот. И я с ним вместе тренировался, то есть мы проводили совместные тренировки. Вот. И он приехал сюда в качестве гостя почетного. И он поддержал меня, можно сказать, в очень важном бою. Вот, что ему большое спасибо. Вот. И можно сказать, что результат показал. Ну, а позы. Теперь долгожданный, я надеюсь, все-таки отдых. Или ты продолжаешь тренироваться, продолжаешь работать в таком же, ну, довольно сложном ритме. Почти 6,5 дней тренировок в неделю. Либо все-таки настали каникулы в твоей жизни немножко. Ну, сказать так, что у меня сейчас получается 2 недели у меня будет отдыха без тренировок. Ну, уже после этого начну поддерживать себя форму в любом случае. А что дальше? Есть какие-то турниры впереди? Скорее всего, у нас в сентябре однозначно будет турнир. В конце сентября тоже турнир Киокей. Вот. Пока соперник пока мне еще не известен. Вот. Но знаю, что будет тоже очень хороший соперник, сильный, и поэтому готовиться в любом случае надо и поддерживать себя в форме тоже надо. Максим, мы не знаем, можно ли по твоему спортивному распорядку употреблять кофе, но я думаю, в небольших количествах можно, если это хороший кофе. Мы вместе с Компаньего сдарим тебе эту баночку кофе, чтобы ты пил по утрам, перед пробежечкой, может быть. Еще раз наше поздравление с победой, конечно. У нас сегодня в гостях был чемпион мира Европы по кикбоксингу, боец KOK, победитель последнего недавно состоявшего турнира KOK World Grand Prix 2015, Максим Болотов. Еще раз спасибо, что ты пришел к нам в гости. Спасибо. Переключаемся далее на рекламу и возвращаемся обратно к нам в утреннюю студию.